будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме, незадернутых гордин, незадернутых гордин. Для людей, чья молодость и детство прошли в советской стране, открытие новой выставки в картинной галерее стало настоящим новогодним подарком. Разные поколения по-разному относятся к тем временам, но все сходятся в одном мнении. Это было время уверенности в завтрашнем дне. И несмотря на тотальный дефицит всего, общения и душевности было в достатке. А на новогоднем праздничном столе красовался салат оливье и мандарины. Для меня Новый год – это очень все традиционно. Салат оливье, селедка под шубой, мандарины и обязательно подарки. Вся жизнь советского человека проходила здесь, на кухне. Все важные секреты и разговоры тихо на кухне. На этих советских 5 квадратных метрах друзьям открывались самые заветные сердечные тайны. Здесь спорили о строении мироздания, ругали власть или же просто пели под гитару. А часто эти песни перерастали в целые концерты, которые так и назывались «квартирники». Помимо музыкальных, часто устраивались и поэтические квартирники, где авторы декламировали стихи классиков и собственные творения, после чего всегда велась оживленная дискуссия. Вы такого уже нигде не увидите, потому что только в советском времени было все прозрачно, все на виду, даже белье сушили во дворах, на виду у всех. Екатерине Ураловой принадлежит идея создания интерактивной выставки. Да, наверное, другой формы экспозиции быть не могло. Ведь удержать посетителей от желания прикоснуться к таким родным и знакомым вещам просто невозможно. Так что галерея в эти дни превратилась в хорошо узнаваемую советскую квартиру. Вот хозяйка уже накрыла праздничный стол, вот повесила халатик и вышла перед зеркалом поправить прическу. Советские женщины были невообразимыми модницами и могли по выкройке вот из такого журнала за один вечер сшить себе новогодний наряд. Во время тотального дефицита это умение выручало очень многих советских женщин. Смелые наряды из журналов, изобретательность и почти лотерейный выигрыш, возможность достать австрийские сапоги, румынское пальтишко или французские духи. Мы ждем гостей, ждем наших друзей, ждем наших посетителей. И хотим поздравить всех с наступающим Новым годом. И я предлагаю выпить за здоровье. С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом! С наступающим Новым 2017 годом! Дарья Лузина, Денис Петров, информационная программа «День».